летящий под откос. Загляни, припозднясь, Иисус Христос. По-юношески строен, хоть и сек, он светится, как свечка восковая. Опрятный дед 80 лет. Странный моей истории живая. Как бы пристав седле на стремена, смеется, а за душой война. А за душой топлен, то колыма, а в чергой и окрики охранников протяжная полярная зима. Язык в расценке не дороже стланника, светло смеется старый человек. Забавом жизни выверивший сальдо, он увидавший свой 20-й век. Из-под трубы зловещий Бухина вальда, и как метель не плакала на взрыв. Крепко рука умельца оружейника, когда он дома что-то мастерит. Под жаркое сопение кофейника нет ни обид, ни горечи, ни слез. Он всем простил, как завещал Христос, под сень православного креста. И сам стал воплощением Христа. Но давит век жена в земле сырой, при семьях дети, короткие свидания, свершает он последний подвиг свой. Мучительно пиша воспоминания, я говорю ему, не унывай. Присядь к столу, трихани-ка стариною, у нас такая жизнь, война войною. Но живы мы, и значит наливай. У нас такая жизнь, война войною. Но живы вы, и значит наливай.